Болгария Южному потоку предпочитает проект «Набуко». В МИД страны заявляют, что европейский газопровод для Софии важнее российского. Проект Москвы вызывает много вопросов, в то время как «Набуко» является инновационным проектом. Как заявил замглавы МИД Болгарии, к концу года должны быть завершены все процедуры, необходимые для строительства газопровода. Проект предусматривает поставки каспийского газа в страны Европы, прежде всего Австралию и Германию. По газопроводу ежегодно будут проходить около 30 миллиардов кубометров топлива. Строительство планируется завершить к 2014 году. «Набуко» считается конкурентом российского проекта «Южный поток».